some say Cosm. Do you hear our prayers? No, we shall not abandon the dream. No one can catch us. No one can stop us now. История очень короткая. Босса можно расковырять топором, который соберешь в одно целое, и бить усиленными атаками, но тут тоже надо подгадывать тайминг. Я пару раз на нем умер, зачистив комнату от марионеток, которые мешают, и не ожидал, что произойдет вот это. Наиграв 30 часов, я думал, что онлайн на Bloodborne не существует, и фантомы, которые там ходят, белые такие, с которыми ты не можешь взаимодействовать, они буквально фантомы. До этого момента. И то, это был первый и последний, кто ко мне вторгся.